Самый красивый парус, который мне нравится, это бабочка. Ну, конечно, после генакера, спинакера. Вот такой красотой мы идем, ребят. Обалдеть, клево. Ветер. Фордвинд. 7,8 узлов. Скорость, ребят, пятера. Вот такая красота. Так, друзья, проходим Дубровник, старый город. Вот как он выглядит со стороны моря. Хорошо защищенное укрепление. Помню, мы там вот гуляли зимой, где башенки, прогуливались. Вот такой вид. Вот и все, ребятки, прошли нашу первую таможню, очистили лодку и идем в Черногорию. Вот так выглядит этот порт. И вот здесь вот таможня, видите, написано. Таможенный пирс. Ну все, поехали, ребят, до Черногории. Вышли, прошли Хорватию. Все нормально. Не так страшен черт, как его Малевич. Все нормально. Таможня пропускает. Таможня дала добро. Не дала добро, то есть, ну и не взяла. Больше дрожали. Больше дрожали, да, потому что мы находились в Хорватии уже почти 2 месяца, три, да? Три уже почти. После снятия регистрации. А, после снятия с регистрации три. Два, давай. Два месяца после снятия регистрации мы находились здесь, в Хорватии. Сначала пришли в капитанерию, процесс происходил так. Мы стояли вот в этом месте, я сейчас вот покажу потом карту, в Цавтате, делали чекаут, пришли в капитанерию, о, как качает, пришли в капитанерию, в капитанерии посмотрели все наши документы, дали бланк крюлиста, я их заполнил, они их отксерили или сделали фотокопию, кому как нравится. Затем нас отправили в полицию. Мы решили сходить до полиции пешком, чтобы узнать. Очень переживали, что у нас, что мы уже здесь 2 месяца находимся на этой почти три, да, находимся на этой яхте и думали, что будут какие-то проблемы, потому что по тому, что мы смотрели в интернете, все писали, что как только получите документы, сразу надо делать чек-аут и таможенную очистку. Ну, тут вот этого мы и боялись, но в принципе, как все произошло, мы прошли спокойно, никто у нас ничего не спросил. Никаких документов. Мы спокойно пришли в капитанерию. В капитанерии все эти документы уже были, потому что лодка была на регистрации в Риеке. То есть это Хорватия. И они уже все знали. И они просто подняли файлы и переписали все наши данные. И то, что мы уходим в Черногорию. Ну все, ребят, едем к нашим друзьям. С нашими друзьями. К нашим новым друзьям. Валерия с Ириной, и надеюсь, встретимся, а также Ксении Беловой, которая нам очень помогала даже не только нам, но и другим людям, которые ко мне обращались, и я им рассказывал, что я делал, как проходил все, и где страховал лодку, где... Если кому интересно, я оставлю контакт Ксении, и вы можете обратиться, и вас она проконсультирует по страховке, по регистрации Черногории. Юридические моменты.
юридические моменты, да, и может быть даже поможет при общении, если будут какие-то у вас проблемы на проходе границы. Ну все, все, что знал, сказал, все тайны и все явки. Короче, остановились вот так вот покупаться, потому что очень жарко. Градусов, сколько у меня на часах-то? 27. Вот такая красота, такие скалы. Да. Все, ныряем. На. Наташа, не забывай, что бывает морская живность. Очень теплая. Фу, вода. И очень вкусная. 70 метров. Осторожно, Сергей. Акулы хватают за. Беги быстрее. Мне кажется, самая чистая вода. Да, она прям прозрачная. Вдали от берега и на глубине. Видны вот твои пяточки. Смотри. Видишь, как... Я вижу. Ты главное не отплывай далеко, пожалуйста. Это ты главное не отплывай от меня далеко. Всем доброго черногорского утра. Сейчас 9 часов утра. Вот так звучат колокола в монастыре на острове Цветов. Там Марина, куда мы ходили вчера к ребятам в гости. Это яхта Даниэла и друзья их, которые вместе с ними в этой Марине находятся. Пообщались, было очень интересно встретиться. Столько мы их видели на фото, на YouTube-канале. Подписывайтесь, кстати, на их YouTube канал. Вот такое вот место интересное. Мы пришли в Черногорию. Конечно, мутновато, но вроде бы прозрачно. Надо нырнуть, посмотреть. Очень жарко здесь. Сейчас посмотрим, что как тут. Интересно. Вот какие горы красивые. Черногорские горы. И вот там хребет такой. Приветствую, друзья. Сегодня у нас 12 число. 12 сентября 2002 года. 2020. Приветствую вас, друзья. Сегодня у нас 10 сентября. 12. Какое? 12. Приветствую вас, друзья. Сегодня у нас 12 сентября 2020 года. Мы находимся в Черногории у острова Цветов. И мы провожаем наших друзей Маловых, с которыми мы провели столько чудных дней, месяцев, часов. И немножко грустно, но почти 3 месяца, да. Немножко грустно, да как немножко, грустно, ребят, прощаться, но у каждого яхтсмена, у каждой яхты, у каждого человека свой путь, который они должны пройти, который они выбрали, ну а дальше, как Бог решит. Человек полагает, а Бог располагает, и я хочу, чтобы Бог расположил так, чтобы у них было все хорошо и... Ну, я прошу Бога, чтобы у них было все хорошо, что они дошли до того места, куда хотят, куда стремятся.
Ну и встретиться опять же где-нибудь, пересечься. Земля круглая. Так что мы обязательно с вами и с ними встретимся, наверное. Я так думаю. Было бы желание. Ну все, друзья. Давайте пока на этой грустной ноте, но оптимистичной, я хочу закончить это видео. Счастливого пути маловым. И всего самого наилучшего вам, дорогие друзья. С вами канал Сережкин Кот. И я Серж. Пока. On your toes, don't forget to dot the I. Write a little note on your toes, don't forget to dot the I. Look at what you wrote, goodness knows, it means nothing.